3 новых криптовалюты добавила в терминал компьютерная система Bloomberg, позволяющая контролировать и анализировать действия финансового рынка. Теперь курс на валюты Ethereum, Litecoin и Ripple на терминале постоянно доступны в реальном времени. Данные Bloomberg терминал для новых криптовалют предоставлены биткоин-биржей Bitstamp. Нововведение привлечет внимание традиционных инвесторов к новым финансовым инструментам и позволит размещать больше сделок на платформе электронной торговли.